день, дорогие телезрители канала «Еда рецепты». Бабушка приехала в 8. Их учат удивить своих прекрасных родственников, деток, салатом. Салат баклажана и курицы. Для этого нам понадобится 3 баклажана, 2 луковицы, чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли, 100-150 грамм вареной руднинки, 3 яйца, 80 грамм крутого кипятка, майонез, подсолнечное масло и уксус. Сначала маринуем лук. Маринуем лук. Для этого понадобится 80-100 мл крутого кипятка. Заливаем лук. 3 столовые ложки уксуса. Пол чайной ложки соли, сахара, чайная ложечка, и лучок маринуется, крутым кипятком заливаем. Так, накроем его, так, пускай стоит. Так, дальше будем работать с баклажаном. Для этого мы их чистим. Так, мы почистили баклажаны. Затем режем их соломку, не очень тонко. Не соломкой, а пластинами такими. Не тонко, ну, 0,5 сантиметра. Тонко не надо. И режем соломкой. Продолжение следует. Так, почистили баклажаны, порезали соломкой. Если у вас есть время, вы можете баклажаны посолить и оставить буквально на полчасика, чтобы ушла горечь. Так как бабушка спешит домой, я их оставлять не буду. Я просто посолю и перемешаю. Мы будем жарить баклажаны. Масла постного много не надо, потому что мы потом будем вылаживать на салфетку, чтобы не было много жира. Ну, буквально 100 грамм. Все, достаточно. Много нельзя, чтобы жирного не было. И их не надо много очень жарить, чтобы они такие были немножко не пережаренные. На медленном огне под крышечкой баклажаны тушатся. Мы приступаем к яйцам. Это мы пока в стороночку оставим. И приступим к грудке. Грудка у нас отварная. И мы ее просто вот так рвем. Ну, вот такие кусочки. Рваное у нас будет мясо такое. Отварное, подсоленное. Отваривали в подсоленной воде, да? Да. Ну, так просто рваные кусочки. Резать не надо. 100-150 грамм достаточно. Это на 3 баклажана, да? Да, это на 3 баклажана. Так, все. Сейчас у нас протушатся баклажаны, и мы будем собирать салат. Масла достаточно много, не надо. Потому что они будут жирные. Да, у вас еще майонез потом, да? Да, не надо. Она только может сделать меньше огонь. И пусть они тут. Они буквально максимум полчаса. Баклажаны наши протушились, но не полчаса, а 15 минут. Если больше, то полчаса. Посмотрите. В смысле, если больше по количеству? Да, если больше по количеству, если 5, то полчаса. Вот у нас 3 баклажана, 10-15 минут. Дальше. Сейчас будем собирать с вами салат. Так, выключаем. Так, у нас вот маринуется лук, его надо отсидеть. Так, пластикает. Так, высыпаем баклажаны в салатницу. Пускай они немножко постоят и остынут. Смотрите, вот, когда мы вот так высыпали, и пускай они до остывания. Так, собираем наш салат. Сейчас порезаем тоже соломкой. Грудненько. Куриная вареная, по волокнам разорванная.
и маринованный лук. Которые наситочки, которые мы отсидели, все. Майонез. Сейчас его, конечно, он очень нежный. Его нежелательно очень шмакать, потому что оно все смешается, не будет, как говорит, изумники. А его надо очень-очень аккуратно перемешивать. Майонез, как хотите, много жирный. Это в зависимости от ваших вкусовых качеств. Как вы хотите. Я, например, не люблю очень жирный майонез. Так, сейчас посмотрим. Перемешиваем. Подсолить немножко, да? Подсолим, да. А вы уже на свое усмотрение. Перец что... нужно добавлять? Вы знаете, на любителя. Можно перца добавить, можете приправу какую-то добавить. Это на любителя, это уже ваше. Ну что, мои дорогие телезрители, салат мы собрали. Приятного аппетита вам, подписывайтесь на канал, Лита Рецепты. Бабушка, уезжай. Пока-пока. Пока-пока, спасибо большое.